Всем привет! Коллегу к другу пришел. Сейчас покажу. Здорово, друг. По какому вопросу? Пойдем с ним на почту. Вот что сегодня отправим подписчику. Как бы, знаешь, Олег, сделать, чтобы принести на почту, чек обязательно тоже послать. Может, что придумать? Или прикрепить его как-то, или положить его что-то. Чек. Надо. Чек обязательно нужен, конечно. Мало ли что там, он же на гарантии. Ну, резинки какие, вот. И резинки. Может, пакетик в какой завернем прям с чеком? Пакетик. Есть что-нибудь? Файловка пойдет? Ну, давай попробуем. Папку могу дать. Не, папку не надо. Файлик, может, какой? И резинками, или скотчем прицепим сейчас этот чек. Грязная не пойдет? Да, любой. Так. Вот и себе проблему нажил, блин. Какого? Не так, наверное, это самое. Слышишь? Ты его снизу прикрепи. О! Проблему с этим, со своими розыгрышами. Нахрен никто не нужен. О! Ну-ка. Да не так. Вот сбоку его прикори, да и все. О! Не знаю, ни разу не отправлял. Это же первый розыгрыш. И думаю, что последний. Больше ничего разыгрывать не буду. Остальные так подарю на свое усмотрение. Нет. Так, ну что, Олег, все, пойдем на почту. Пойдем. Там ничего не меняется, вот как было, там где сейчас оттуда я одинусь. Давай, ага. Я вот тут смотрел от двух каналов, где что-то разыгрывали, там вот обзорные каналы по технике, да? Что это самое. Там люди просто дарят, выходят на улицу, кому-то дарят, да, но они разыгрывают не за свои деньги, блин. Они разыгрывают, им магазины предоставляют, а ты, блин, ну ты, блин, даешь. Ну, посоветовали, Олег, что сделает. Больше не буду розыгрыши никакие проводить. Распечатать, ладно? Хорошо. Ну что, и с теми данными? Все, с теми данными и это самое, и три бумпера. Давай, бро, пойдем, Олег, промокнем. Ты пропадаешь, алло. Ну не знаю, это я думал, как бы, я сейчас поехал в Можно поехать в другой СДЭК. А где еще? На тут. Здесь? Пойдем. Вы допустим. Дождь, блин, зарядил. Стоит. Ага. Включил? Да, все нормально. Пойдем. У меня тут хоть народу нет. Я же тебе говорил, что сюда. Там не угадаешь, здесь быстрее будет. Угу.
отправить можно? Я раньше ходил туда, что заказывал, ходил туда, сам получал. А получать в другом месте? Нет, здесь тоже получать можно, но просто там народу постоянно. Город Пушкин, да. Ну там как-то и Санкт-Петербург, и Пушкин. Или же адрес непосредственно получателя? Адрес получателя, да. Квартира, все. Телефон сотовый его. Ответьте, пожалуйста. Что здесь? Здесь. А где? Здесь. А, вот. От этого цена? Конечно. Девушка, все убирать? Сейчас, секунду. Все? Да, все. Вот. А это что? Ну вот, отсюда слетело. Резиночка. Ну вот отсюда слетела. Угу. С камер. Покажи, как вам нравится. Вот такой. Ну да, но... Ну да. Поэтому это как бы твое, это твое, а Сашина это Сашина. А по поводу того, что там выполнили все требования, которые просили, он мне это самое. У него есть, ты с ним свяжись. Эти бесплатные. Мне кажется, он надуется и... Помощь получателя, отправить определение. Номера телефона, 57. Ты по бумажку правильно? Ты правильно? Да, да, я же читаю, конечно. 109-374. Да, все верно. Подписывайте. 82-24. А где тут расписываться? Дата, время, фамилия, подпись. Дату не подскажете, какой? Второе. Второе. Павел Анатольевич? Да. Второе. На кассу к девушке. 10-е, да, сегодня? Да. Так, а где расписаться надо, Олег, тут? Вот. А, все, все. Вот тут роспись. Не-не-не. Рассматривать будете? Нет. Отправитель роспись, строчка? Да, фамилия. А, фамилия тоже нужна? Угу. Все, да, девушка? Иди в кассу. Еще не говорили мне в кассу. Ну вот сейчас скажу. Иди, да, девушка? Не, вот. Ты чем будешь платить? Карты? А, могу карты рассчитаться, да. Карты, да? Да, карты могу рассчитаться. Какой-нибудь вот это рассчитаюсь. Белый там. Что? Оплатил. Блин, давно бы уже привязал к телефону эту карту. На зеленую? Да.
и не занимался вот этими вводами пин-кодов. К телефону привязать? Ну, к своему Samsung, что, привязал бы, да и все. Потом научишь, Алексей. Карточки суешь, когда попало. Да. Все, да? Все, спасибо рублей. Большое. До свидания. До свидания. День пропал. Ну что, все, первый айфончик отправили по почте. И еще есть у меня одна новость. У нас с вами есть очень старые подписчики, верные, 2 года которые на канале, которым ценно просто смотреть видео, и им совершенно по барабану розыгрыши эти айфоны, они на это на все смотрят сквозь пальцы. И таким подписчиком у нас с вами является Баба Эля, к примеру. Приветствую вас, Баба Эля. И есть у меня для вас приятная новость. 2-й айфончик дарю вам. Так что, Баба Эля, поздравляю вас с этим. Можете приехать в Калугу, я вас в отеле поселю. Сам лично вручу айфон. Ну, а если нет такой возможности, так же, как и вот Игорь, первый подписчик, который в розыгрыше выиграл, можете указать в комментарии под этим роликом город, улицу хотя бы, а остальные данные скинуть на электронную почту. И таким же образом вам пошлю. Ну и все, наверное, пока на этом. Всем счастливо, удачи, до новой встречи.